Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в всадники Олуха. Так, за шестой день я забираю, ну, такие липовые наградки, так скажем. Давно не заходили, и, друзья, мы хотим посмотреть, что у нас тут новенького. Может, событие какое-нибудь есть. И события есть хитрые против стремительных. Интересно, на сколько заходок? О, друзья, отлично. На одну заходку. И это, по-моему, яйцо скользкопива. Насколько я помню, да? Так, хорошо. Это мы с тобой обязательно сделаем. Но сначала, ребята, заберем, наверное, награды. О, да. То, что нужно, ребята. То, что я хотел, то и получил. Так, у Йохана что? Так, отказываемся от его выгодных предложений. И вот это вот я заберу. Так, кривоклык. Блин, это нам надо. Да ладно, я думал. Я уже думал, обрадовался. Сейчас, думаю, слету получит. Да, конечно, получит он слету. 225 миллионов рыбы. Шикарная награда. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Сарделька. Так, руны. Там руны, здесь руны. Пускай там возвращается бесплатно куда-нибудь. Так, Барсик, у тебя что? Шестеренка. Я тебя прекрасно понял. Давай лети там за посохом, за каким-то непонятным. Так, у тебя что? Руны, да? Скорее всего, да, ребята, руны. Пускай летит на пляж. Так, с этими пока мы разобрались. Так, оп. А, у нас, офигеть, у нас с тобой. Ой-ой-ой, подожди, вернись. У нас, чтобы вот так вот рыба была в избытке. Это, ребят, большая редкость. Так, я, наверное, сразу же отправлю нашего беззубика. Опять же, друзья мои, или же, подожди секунду, подожди. Мы же можем ему левел вкачать, да? Пытаться, по крайней мере, сколько там у него. Так, беззубик, покажи мне. 340. Сейчас у нас должно, ребята, хватить ему на прокачку. Так, ну что же, я уже насобирал ему. Так что левел ап он однозначно получит. 99 уровень, друзья мои. И отправляем его на обучение. Новая карта на уровне 100. Вот так вот. То есть 100 уровень он, друзья мои, получает. И мы... Нам будет доступна новая карта. Давно мы этого не делали. Так, давай этих тогда за рыбкой, за древесиной. Этого тоже за древесиной. И этого за древесиной. И этого, получается, да? Всех за древесиной отправил. Но на самом деле у нас древесина добывается, наверное, больше всего. Больше всего, ребят, добывается у нас именно древесины. Так, ну что, перья и шкур, ты будешь у меня в конце концов? Нет. Он не будет. Он будет выпендриваться, блин, до последнего, а? Так, принцессочка, давай лети за древесиной. Блин. А, он меня нашел. Я думал, что я его забыл отправить. Нет, все нормально, ребят. Ложная тревога была. Так, этого за деревом, этого за рыбой. А что, я этого в приключение... Пипец, я его даже в приключение не отправил. Ё-моё. Молодец, Рэй. Как всегда забываешь. Ну, огнепёк, будешь прокачиваться? Вот жук, а. Друзья мои, просто жучара этот огнепёк. Почему он такой сопротивляющийся? Так, ага. Еще улучшить можно. 3 дня будет. Да вы серьезно, что ли? Четыреста восемьдесят.
что делать, ребята? Надо. О, и мне нужна территория, чтобы я здесь уже мог этого поставить. Кипятильник. Мне нужен кипятильник, ребята, чтобы задание там дальше продолжить. Так, давай мы, наверное, сейчас заберем еще с тобой. Где мой травяной? Вот он. Чудовище травяного откорма. Пускай идет, рыскает. Так, у нас здесь последний пак. Громобой, древоруб, шторморез. Надо будет опять, ребята, набивать паки. Так, этих всех отправляем. Ну что, теперь, я думаю, наверное, можно будет и, в принципе, на события, ребята, отправиться, да? Сейчас только заберем здесь бесплатно. Так, Стеголов, Древоруб, Громобой, Защитник. Замечательно. Так, отказываемся. Пускай летит за рыбой. Ну что, по-моему, здесь пока, друзья мои, пока все. Единственное, сейчас мы заберем здесь награды. Награду одна у нас будет всего лишь. Ну, посмотрим, что у нас там. Ну, получить, говорю же. Господи, ты тупишь, стоишь. Тут у нас зубочистки. А сколько вообще, ребят, до конца события? Я что-то не вижу. А, 6 дней еще. Неделя, да? Грубо говоря. Грубо говоря, еще неделька. Ладно, все, ребят. Идем на события. Как раз, ребята, хитрые против стремительных. Это мое, наверное, одно из любимых состязаний. Почему? Потому что у меня как раз заточены мои драконы против вот этих вот синюшных гаденышей. Так что, естественно, я буду их пытаться разбирать. Кривоклык, да, кривоклык здесь, конечно, ребят, не в тему. Потому что он все-таки у нас атакующий, то есть красный дамагер. А нам нужны именно синенькие. Точнее, не синенькие, а фиолетовые. Фиолетовые, конечно же. Синенькие — это они. Мы фиолетовенькие. Так, ну что, добиваем. Первая волна пройдена и... Угу. И вторая. Ну, сам понимаешь, пока все должно быть на изи, ребят. Ну, бомби сюда. Так, мы отхилимся. Да ладно, блин, кривоклык, ну ты, блин, вот постоянно у него, ребята, беда. Он не может добить. Он просто не может добить никогда. Так, хорош. Да, блин, я вообще-то хотел... Я вообще-то хотел, ребята, пробить броню ему. Он почему-то пошел и его укусил. Ладно, и так сойдет. Что ж, давай крутанем колесо и заберем с тобой... Блин, рыбу, я думал, прилив сил. Сейчас две штуки получим, но не тут-то было. Хорош. Так, забираем. А там у нас что? А, сокровище плевайки, по-моему, да, там? Так, ну слушай, ну здесь, ребята, через каждый поединок мы будем получать паки. Нормально. И в конце яйцо. Но это скользкопев, потому что, ребята, яйцо уж больно сильно похоже на скользкопева. Так, а еще я больше всего обожаю, когда очень мало волн у нас. То есть две волны — это нормально, одна — это вообще изи, три — это уже напрягать начинает. Так, ну что, нормально, сейчас его хлопнет. Хлопнул, блин. Барсик у нас, ребята, хлопальщик. Так. Броня. Почему они такие крепкие? Они не должны быть такими. У нас как бы преимущество перед перед шустрыми, да? Мы-то как бы хитрые, а не шустрые. Так, хиляемся. Через хил сейчас нанесем повреждение. Вот опять.
Вот опять та же самая песня, ребят. Кривоклык, ты запарил, а? Я хочу как можно быстрее, ребят, чтобы он прокачался у нас в титан. Видишь, ну нам нужно, блин, нам надо ждать теперь, пока он из этих обычных перейдет в титаны. Ну что же, очередное колесо. Здесь мы забираем дерево, да? Ну, в этот раз дерево нам сгодится у нас, потому что его мало. Так что здесь оно пригодится. Так, ну это, по-моему, загадочный набор плеваки. Так, у нас получается сейчас поединок. Мы заберем с тобой ареновский пак. И после идет мини-босс, босс, после которого забираем яйцо. В принципе, событие изи. Но что ты там кряхтишь? Поехали, давай сюда. Будь добр, добей его. Нормально. Ну что, морозилка, как всегда будешь морозить? Е, вот это я не понимаю, ребята, вот это крит. Так, три противника еще. Ну, да иди ты в пень. Давай сюда. Через хилочку пропустим все это дело. А, хил, ребята, я думаю, что так мало отняли? Там у нас понижение атаки идет здесь. Идет понижение атаки. Ну хорош уже, блин, разгулялись. Ты посмотри. Давай, наверное, так. Все равно слабо бьет. Все равно он слабо бьет. Ушатавин, да? Нет, не успеет. Хотя при желании можно сюда влепить. Но он этого не делает. Так что пока. Погнали. Посмотрим сейчас, что нам тут. Эть, и не хватило на плод мудрости три штуки. Был такой шанс вроде бы как перевернуть, но не стал. Так, ну что, ребята, забираем с вами ареновский пак, который вроде бы, да, сразу открывается. У нас Шторморез, Ужас, Громель, Костолом, Громорок, ага, Барс и Вепрь. Все. Ну что, ребят, в плане. Подожди. А сколько у нас времени еще будет длиться это событие? Один день, 23 часа. Ладно, друзья мои, я просто не хочу тратить руны. Я не понял, с какого, блин, перепуга вдруг три энергии. Я не играл в нее, ребят, давно. Поэтому энергию я не мог никуда потратить. С чего вдруг, непонятно. Так, ну что там у нас? Да, это сокровище плеваки. Тут в основном, ребята, ресурсы. А, ледыху дали. Ну, ледыху я ставить... Пускай здесь стоит, фиг с ним. Хотя ледыхи у нас, по-моему, уже есть. Так, ну да, события. Даже завтра. Нет, ну сегодня днем. Да пройдем его. Энергию накопим и, друзья мои, сделаем дела. А тогда я пойду сюда, схожу и, друзья мои, набью нам три пака. Ну надо, понимаешь, надо нам три пака этих получить, чтобы не простаивало. Так, что у нас тут? Ну, по идее, надо громобоя в первую очередь валить. Но вот этого будет проще, ребята, надеюсь, проще избавиться от него. Хотя громобой опаснее будет. Да они тут все какие-то. Во, это я понимаю, норм. Сейчас разбег. В кого будет целиться? Бедный Барсик, а. Бедный наш маленький Барсик. А он бы сейчас хорошо бы ушатал бы этого. Ушатает, ребята, мне Барсик, к сожалению. Вот так вот. Ну что, мы будем мстить. И мстя моя жестока. Опять разбег. До 100%. 100%, друзья мои. Так, ну у нас хил подоспел, поэтому норм. Сейчас мы с ним будем разбираться уже. Ага.
Он себе еще и атаку, ребят, усиливал. Пониженная броня, но усиленная атака. Да он не выживет. Хотя бомбанул неплохо. До свидания. Так, друзья мои, у нас следующий поединок. И здесь кревет. Блин. Ну вот с этого, наверное, я все-таки начну. А потом переключаемся уже на кревета. Главное, чтобы они тратили энергию и не давали возможности ему накопить. Как ты вот слабо. Ну как ты слабо бьешь, блин. Ну кривоклык. Ну... А, так на нем еще пониженная атака. Тьфу ты. Ну что за бредятина. На них пониженная атака, поэтому... Что тут от них супер-пупер заурядного ждать и не стоит. Так, давай, Варсик, сюда. Через хил. Отлично. Ну что ты там рылом своим водишь по сторонам, высматривает там что-то непонятно чего. Вчерашний день, видимо, ищет. Давай, до свидания. Ну что же, я надеюсь, это у нас последний поединок. Если мы выигрываем, то все. Три пака у нас будет в кармане. Три пака в кармане и пак этого Одина. Блин, вот это уже матриарх, это уже серьезный парень, блин. Начинается, да? А почему я именно на него пошел? Ну ладно, фиг с ним, ребят, надо его раскатать. А, сейчас пламенем зажарь. Ау. Бомбанет фаерболом, наверное, да? Блин, он все равно размажет сейчас его. И вот... Черт подери. Ну я хильнусь сейчас. Я хильнусь. Но то, что вот этот сейчас будет фаерболами своими раскидываться, это 100%, друзья мои. А по зеленке кто хорошо бомбил? Естественно, кривоклык. Благо у нас хил. Слушай, раскатаем мы его сейчас. Он сейчас опять фаербол запустит. Но мы его раскатаем. Ну что, друзья мои, вот мы получили с вами два пака редких и один пак обычный. Начнем так. Забираем наш пак вождя. Ужас, чудовище, шторморез, шепот смерти, громовой защитник, ищейка. Опять, ребята, начал выпадать ищейка. И вроде бы как все, ребятушки. Да. Все, что мы хотели, мы сделали. Нам нужно, естественно, освобождать территорию, брать кипятильника, чтобы он там наловил нам рыбы. И уже после этого у нас дальше продвинется история. А территорию мы больше покупать не можем, да? Нет, мы можем, но нам нужно разблокировку делать. Так, подожди, это кто у нас? Анна, это экзотический кипятильник, такой нам не нужен. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!